Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова я, Иван Балтиков. И сегодня авто за автопати. Но сегодня такое авто за автопати грустное довольно. Потому что у меня умер мой любимый маленький питомец. Хомячок Дашек. Умер он вчера. Под утро. Вечером еще кушал сырок. А утром все. Сердечко ему не выдержало и остановилось. Прожил он где-то 3,5 месяца, 3,5 года, что по хомячьим меркам довольно продолжительная жизнь, потому что они живут обычно где-то 3 года, ну, до 5 лет максимум. Вот. Ну вот, он уже был такой солидный, возрастной хомячок. Что поделать? Все мы уходим. И мы, и животные. Ладно, я прервусь. Итак, я продолжу. Открою сегодня бутылочку пива. Не хотел я покупать крепких алкогольных напитков. Вот решил взять честь памяти. Бутылочку пива. Пиво чешское, светлое, обычное недорогое пиво, продающееся в бутылках по, я хотел сказать, 1,5 литра, но здесь 1,4, 100 грамм, точнее 100 миллилитров. Продавцы не долили, хотя бутылка позволяет больше. Налито было вот так, а позволяет, обычно заливает так. И обычные сухарики, вот такие, совершенно простые обычные сухарики. Ну ладно, сегодня у нас такое авто за автопати. Говорим просто, ни о чем таком серьезно мы болтать не будем. А просто поговорим. Про жизнь. Ну не знаю, на что пойдет. Что пойдет тема, как пойдет разговор. Пиво совершенно обычное, стандартное. Светлое пиво. Достал я его из морозилки. Ну, из морозилки, из холодильника. Пастеризованное, фильтрованное, 4 градуса, экстрактивность начально сусла 10%. То есть оно такое не очень крепкое, слабенькая плотность. Немножко видно, что оно немножко водянистое, пена сразу уходит. В составе у него присутствует ячмень пивоваренный, то есть не соложенка. И экстракт хмеля. То есть не только обычный хмель, который тоже есть в составе, но и еще экстракт хмеля. То есть это из недорогие сорта, которые рецептура сделана в сторону упрощения. Сейчас, к сожалению, мне пока не до крафта. Вот, поэтому я пользуюсь недорогими сортами. Ну, такие сухарики. Совершенно обычные. На улице светло, светит солнышко. Дождик тут лил 2 дня. Вот, а сейчас дождик перестал, и выглянуло солнышко. По крайней мере, хотя бы что-то похожее немножко на летний вечер, на летнюю белую ночь, когда ясное небо и когда светит солнце. А то, честно говоря, уже надоело сидеть в сырости, в холоде. Хочется все-таки немножко тепла.
Тем более у нас лето короткое на севере. А в этом году оно совсем короткое стало. Корочка попалась с сухариком. Кто-то любит сухарики мягкие, кто-то любит твердые сухарики. Вот. Здесь комбинация. Не, ну здесь сухарики потверже. То есть обычные классические сухари. Без новомоднего мягкого такого сухарика. Написано вкус сыра. Ну, понятно, что там сыр и не ночевал. А вкус ароматическая добавка. С всякими усилителями вкуса. Ну, что делать? Что делать? Вот такие вот у нас посиделочки небольшие, внеплановые. Да. Совершенно не хочется говорить на каких там возвышенных материях, политике, всякой херне, потому что что толку говорить об этом? От нас, к сожалению, говоришь, не говоришь, результат одинаков. Поэтому иногда лучше помолчать, чем говорить. Кстати, вот про отрыжку. Некоторые говорят, что именно у недорогого пива и идет отрыжка. Вот тех газов, которых вроде бы и нету, но почему-то вот она вызывается. Ну ладно. Что поделать, что поделать. Буду завершать выпуск авто за автопати. Сегодня такой получился скомканный выпуск. Ну ладно. Жизнь есть жизнь. Жизнь продолжается. До новых встреч. Всего доброго. С вами был я, Иван Балтиков. До новых встреч.